Всем добрый день. Нахожусь я опять же в Туле. Сегодня у меня последний день. Нахожусь я на улице Металлистов. За моей спиной Кремль Тульский. Можно видеть одну из башен Тульского Кремля. Поздравляю всех с праздником 9 мая. С Днем Великой Победы. Была на параде на площади Ленина, на военном параде, посвященном 9 мая, 76-й годовщине Великой Победы. Парад мне очень понравился. Такой, так что первый раз присутствую на параде. Честно. Парад очень понравился. Правда, видеть, какая погода дождливая. Но это не помешало жителям и гостям Тулы побывать на параде, организовать парад. По-моему, позавчера, как раз вот перед экскурсией по городу, я застала репетицию парада. И сегодня в честь такого праздника я, хоть и не в Москве, но побывала на параде 9 мая. Засняла его на GoPro свою и постараюсь выложить по приезду в Москву. Сегодня в 17:07 уезжаю обратно в Москву. Конечно, погода была, один день всего лишь был солнечный, вчера была в Ясной Поляне. Ну и погода тоже, конечно, вчера была не айс. Видите, дождик идет. Вчера целый день был дождик. Когда была экскурсия по городу, было солнце. Вчера и сегодня дождь. Так что вот такая погода сегодня в Туле. Еще раз напоминаю, нахожусь на улице Металлистов. За мной Кремль. Так что вот такие новости из города Тула. Наконец-то я сюда доехала. Прорвалась в прошлом году поехать, но в связи с прошлогодними жесткими ограничениями, к сожалению, не получилось. Как видите, получилось в этом году. На майские праздники, хоть и не на все, была я в Туле. Приехала в Тулу 6 вечером. И вот сегодня вечером тоже уезжаю обратно в Москву. Посетила я вчера, как уже говорила, Ясную Поляну. Позавчера была экскурсия по городу. Прогулялась по Кремлю. Так что удар я делала именно это. Кремль и Ясная Поляна. Все очень понравилось. Единственное, что, как видите, маски. А так больше никаких вроде бы ограничений нет. Только, повторюсь, маски. Про себя иметь желательно. В общем-то, больше никаких таких сейчас серьезных ограничений и нет. Как и везде. Маски в основном. Так, тут могут быть перчатки. Так что вот так. Так что поздравляю еще раз всех с 9 мая, с Днем Великой Победы всех. Желаю всем здоровья, любви. Вечная память тех, кого нет с нами. И долгая жизнь живым ветеранам, кто сейчас остался в живых. Долгой жизни, долгих лет. Всем, конечно, всего доброго. До встречи в Москве. Всем пока-пока.